Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Астане во время проведения выставки «Экспо-2017». Творческий вечер казахстанского певца запланирован на 27 июня на велотреке Сарыарка. Впрочем, билеты на концерт в продажу пока не поступили. Напомню, Димаш вышел в финал китайского конкурса «I'm a Singer», заняв 3-е место в 10-м туре. Он исполнил песню «Умутылмас кун» – «Незабываемый день». Музыку на стихи написал сам Кудайбергенов. Феноменальный голос, музыкальность и артистическая харизма – делают молодого исполнителя незаурядным.